Андрей Разыграев познал этот мир на вкус. От мяса тухлой акулы до шедевров молекулярной кухни. Он побывал в лучших и худших ресторанах планеты. И теперь он решил сделать то, чего делать не умеет. Оргазм гастрономический. Он будет готовить сам, один, в первый раз. Совершенно неизвестные рецепты. Андрей Разыграев устроит кулинарный баттл с самим собой. Все кухни мира, не выходя из дома. Горячие фудхаки, острые факты и блюда, которые может повторить каждый. जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है अब वापस लौटा हूँ जिंदगी भर मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए जब आपके सारे बच्चे सही पढ़ रहे हैं तो डरना किस बात का हमारे यहाँ आने से कोई खुश नहीं है Болливуд представляет. Неумелый повар-самоучка решает покорить кулинарный мир и отправляется во вкусное гастропутешествие по Индии. Что его там ждет? А вот сейчас и увидите. Я Андрей Разыграев. Добро пожаловать в новое кулинарно-туристическое шоу «Мир в одной тарелке». По традиции, будьте любезны, конвертик, пожалуйста, товарищ продюсер. Давайте, вот прям так, не задерживаемся. Благодарю. Угу. Какие же блюда мы сегодня готовим? Так. Угу. Суп из 20-летней кобры. Хобот слона в карри. И компот из бамбука. Шучу. Мы готовим сегодня суп из чечевицы масурдал, рис с шафраном и чикен баттер масала. Ох, чувствую я, приключение будет жарким, ярким и веселым. Не буду я в самом начале вас мучить всякими аюрведическими заморочками. Пойдем по классике. Безумно популярное в Индии блюдо – суп масурдал. Вообще, в Индии все густые, наваристые супы называются дал. Ну, а вот суп из красной чечевицы называется так красиво – масурдал. И, кстати, индусы любят его не потому, что он такой наваристый и пряный, а потому что там живет очень много, да, товарищ Андрей Оператор, как ты, вегетарианцев. Ну а чечевица, как мы знаем, очень питательна. Собственно, сегодня нам понадобится вот эта пачка и кастрюля с кипящей подсоленной водой. Да, все так просто. Красиво вошел. Теперь это все размешаем. Убавляем огонь, накрываем крышкой и засекаем 25 минут. Затем снимем с огня, добавим мелко нарубленную зелень и тертый имбирь. И если первый тур батла с самим собой я прошел на удивление легко, то во втором, похоже, мне придется непросто. Чикен баттер масала – это не индийское заклинание, а мое следующее блюдо. Честно говоря, такого количества ингредиентов, а главное специй,
У меня какая-то такая тревога внутри развивается. Вы точно уверены, что я справлюсь? Потому что здесь ложечку, здесь горсточку, здесь полшишечки, а? Ладно, слушайте, для этого здесь и собрались, правильно? Нам понадобится курица. А это обязательно делать под Джинни, Джинни, Ача, Ача, да? Или можно в тишине. Слушайте, на самом деле, вспоминая свои многочисленные путешествия, самое аутентичное, вкусное и аппетитное индийская еда, вот вы не поверите, была испробована в Макао. И это был ресторан а-ля шведский стол, ну или как они там это называют, буфет. И самое удивительное, что этот ресторан имеет две мишленовские звезды. Золотой фазан, по-моему, называется. Боже, пальчики оближешь. Я там к одному блюду делал 3-4 подхода, мне кажется, да. Курица порезана, теперь переходим к маринаду. Что тут написала продюсер? Угу. Кефир или греческий йогурт. По-моему, вот он. 150 грамм. Берем. Заливаем. Готово. И теперь все эти травы и специи добавляем сюда по очереди. Куркума, паприка, мускатный орех. Не зря Индию называют страной специй. Тут в одном блюде может быть использовано до 20 всяких разных трав и приправ. Я не знаю, что это, но я тоже добавлю. Вот такую щепоточку. Кумин требует предварительного истолчения. И гвоздичку прям, одну маленькую веточку. Слушайте, тут же такая филигранность и ювелирность нужна. Если вдруг какой-то из ингредиентов не добавишь, все. Это, считай, уже другое блюдо. Выдавливаем сок из половинки лимона, солим и перчим. Так, теперь. Только я дернулся за ложкой, чтобы это все перемешать, а потом вспомнил, что в Индии вообще все делают руками. Преимущественно правой. Угу. Хотя левые они тоже что-то делают, но точно не еду готовят. Так, ну что, дамы и господа, ну вот, собственно, маринад для чикен баттер готов. А профессионалы рекомендуют отправлять его, ну, примерно на ночь настояться и пропитаться. Но, я думаю, нам будет достаточно часика 3-4. Чудесатели видения и никакого мошенничества. Прошло 4 часа. Курица замариновалась, и теперь самое время начать выкладывать ее на сковородочку. Из названия этого блюда становится очевидно, что в принципе заменить можно любой ингредиент, кроме масла. Оно должно быть обязательно сливочным. Теперь выкладываем курочку. Так. Вот. В рецепте от продюсера написано: обжаривайте 15 минут до готовности. Принято к исполнению. Обжаренную курицу перекладываем в отдельную посуду и на этой же сковородке продолжаем готовить соус. Помним! Сливочное масло. Залог успеха этого индийского блюда.
теперь добавляем сюда же весь этот лук, да? Лучок. Чесночок. И жарим это минутки 2-3. И снова ступка и приправы. Куркума, кумин, паприка, имбирь, кориандр. Можно, конечно, не заморачиваться и купить уже готовую смесь. Но чтобы ощутить вкус настоящей Индии, лучше ручками поработать. Слушайте, а тут так и пресс, и бицуху можно с индийской кухни запросто накачать, да? С этими увлекательными аттракционами. Растолки то, растолки это. Готово. Понеслась. В принципе, можно добавить этого перчика. А можно вот этого. Я выбираю этот. Если бы это был индийский фильм, то именно в этот момент главный герой затянул бы какую-нибудь песню. Песню о том, что прошло 20 лет, и он... А, секундочку, знаете, чего не хватает? Сейчас все будет. Вот. Песню о том... Или это только девушки делают? А я-то думаю, господи, чего же это такое? Почему они... Все, никто ничего не видел. Мне, кстати, всегда волновал вопрос, а вот когда девушка становится там согласна, вот эти красные точки, они превращаются в зеленые? Chicken Butter Masala не терпит лирических отступлений и болливудских отвлечений. В соус добавляем тростниковый сахар и быстренько-быстренько перемешиваем. Ешь твой 20. Господи, надо все успеть. Скорее, скорее, пока здесь не пригорело. Берем помидоры, их сюда же, скорее выкладываем. И начинаем приминать лопаткой. Давай, сюда, смотри. Жаришечка. Я чувствую себя прям истинным героем какого-то индийского экшена. Не хватает только драки, танцев и родной сестры, потерянной 20 лет назад с родимым пятном. Вот здесь, на левом плече. Так, помидоры дали сок. Слушайте, здесь прям реально нужна какая-то дикая скорость. Так, мне уже двух рук не хватает. Но ничего, пока справляемся. Добавляем сюда орешечки кешью. И вливаем 150 миллилитров воды. Где-то у меня она была приготовлена. А, вот. Фух. Но это еще не все. Впереди еще один очень интересный этап. И для него мне понадобится блендер. Отправляем туда содержимое сковороды. И размельчаем это все до однородной массы. Выливаем соус обратно и добавляем к нему курицу. Теперь сливки. Кто-то рекомендует на этой стадии добавить еще немножечко сливочного масла. Но мне кажется, что с маслом уже будет перебор, поэтому хорош. Так. Можно, конечно, выбрать лайт-вариант и жирные сливки заменить на йогурт, но без сливочного масла никуда. Его, как говорится, из Chicken Butter Masala, как и слов из индийской песни, не выкинешь. Буквально пару минут на сковородке, и блюдо готово. Ну и третья серия сегодняшнего индийского кулинарного блокбастера. Будем делать рис с шафраном. Можно было, в принципе, взять обычный рис и сварить его, но нет. Подсунула мне продюсерша с шафраном. Кстати говоря, хочу спросить, почем он там обошелся, не помните? Все дело в том, что шафран, ну так просто для справки, вдруг не знаете, является королем специй. Иногда его цена доходит до 1000 рублей за 1 грамм.
Щепотку шафрана необходимо замочить в одной столовой ложке воды минут на 10. Рис промыть дважды, слить воду и дать высохнуть. Добавляем кунжутное масло. Далее лавровый лист. Сколько? 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Дальше корица. Можно вот так вот взять две палочки, разломать, а можно предварительно измельченным воспользоваться. Что я, собственно, и сделаю. Готово. Гвоздика. Тоже поломаем ее. Кардамон. А как выглядит кардамон? Зернышки крупные. Вот это вот. И совсем немножко соли. И сейчас я выступлю как профессионал. Пассируем не больше минутки. Пассируем. Просто берем да размешиваем. Чего-то тогда понапридумывали. Пассируем, балансируем, вот это вот там колорелируем. Нормально. Карамелизируем и прочее. Так, готово. Берем рис. Опа. Добавляем сюда. И тщательно размешав с содержимым этой кастрюльки, еще оставляем минутки на две. Пришло время добавить воды, предварительно вскипяченной. Опа! О-о-о-о-о-о-о! Поглядите-ка! Ой, может убавить, а? Я не ожидал, что будет прям вот такой вот вулканчик страстей. Так. И самое время добавить главный ингредиент этого блюда – шафран. Варим вот в таком кипящем состоянии минут 5, затем убавляем огонь и ожидаем, пока рис будет готов. Чую я, за всю историю программы у нас случился первый вселенский провал. Но я, конечно, совсем любитель-любитель, но я знаю, как выглядит рис с шафраном. Немножко другого цвета и другой консистенции. Но я могу отказаться от дегустации вот этого псевдоблюда? Скажите мне, пожалуйста, а? Ну, подумаешь, цвет не такой. Может быть, хотя бы на вкус здесь все получилось. Тёма, а сколько ты заплатил за этот шафран? 100 рублей. Тебе пестики и тычинки от одуванчиков подсунули, 100%. Потому что шафран не может быть таким. Кстати, мы могли бы сейчас сжухлить немножечко, да, и добавить там карри, и сказать о том, что ой, как вкусненько, но нет, мы за трушность. Ты забираешь этот рис сегодня с собой домой. Только сильные люди умеют признавать ошибки. Ну да, не получилось. У меня большие надежды возложены на chicken butter. И к дегустации этого блюда я и предлагаю перейти дальше. Единственное, что меня смущает в этом всем, признаю честно, это целая пачка сливочного масла, вбуханная сюда, но... А вдруг? А вот это уже... Настоящая Индия. Здесь прям сходится золотой принцип всех индийских блюд. Чувствуется горький, сладкий, соленый, кислый, острый и обязательно
вяжущий. Здесь все сошлось. Это пушка. С курицей все получилось. И масло сливочное вообще не чувствуется нисколько. Не зря мы туда-сюда этот соус и так долго над ним пыхтели. Вот. Ну а теперь суп из чечевицы масурдал. Но здесь я, между прочим, вообще нисколько не сомневаюсь. Уверен на 100%, что все получилось. Слушайте, очень круто. Такой легкий. В меру, из-за того, что мы добавили имбирька, острый и очень пикантный. Слушайте, ну не каждый, причем даже самый продвинутый гурман, может в правильной пропорции смешать все ингредиенты для супа масурдал. И тогда на помощь приходит йелли. Йелли – это сложное блюдо легкого приготовления. А главное, в продуктах йелли никаких консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. Поэтому вы гарантированно почувствуете тот самый аутентичный вкус каждого блюда. Путешествуй с Йелли, не выходя из дома. Пока продюсер подсчитывает потраченные на недошафран деньги, записывайте ингредиенты. Для супа масурдал мне понадобились пачка смеси, вода, кусочек имбиря и петрушка. Для чикен баттер масала – куриное филе, лук, чеснок, специи и приправы, тростниковый сахар, помидоры, перец, орешки кешью, жирные сливки и много сливочного масла. Курицу я мариновал в йогурте, смешанном с лимонным соком, куркумой, паприкой, кумином, кориандром и гвоздичкой. Для плова вам понадобится рис басмати, кунжутное масло, лавровый лист, палочки корицы, кардамон, кинза и щепотка шафрана. Именно шафрана, а не того, что нам подсунули на рынке. Будьте внимательны и остерегайтесь подделок. Ну а специально для тех, кто засмотрелся и замечтался о новых кулинарных путешествиях и забыл записать рецепты, я сделал это за вас. Заходите на сайт «Рамблер женский» в рубрику «Еда» и ищите мою специальную колонку «Рецепт от Разыграева». Рис в Индии стоит около 100 рупий, в переводе на наши деньги – 95 рублей. Мне мой обошелся в 115, но это учитывая, что шафран был не настоящий. Чикен баттер масала у меня вышло примерно в 200 рублей за порцию. На родине это блюдо можно отведать чуть дешевле – за 170 рублей. Суп масурдал у меня стоит около 110 рублей за порцию, примерно так же, как в Индии. Но, может, там рубля на 3 подороже. Не бойтесь экспериментировать, ведь любое путешествие – это в том числе и эксперимент. Ну и пусть что-то пошло не так, сказал он, глядя на тарелку с рисом. Не расстраивайтесь, ведь вы прежде всего получили новые впечатления. Я Андрей Разыграев. Мир в вашей тарелке.